Выставка World Food 2022 продолжается, и один из участников прямо сейчас с нами, это Алексей Волочай. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию «Агроном Сад», компания, которая производит и продает лучшие яблоки. А как долго ваша компания присутствует на рынке? У нашей компании очень серьезные исторические корни, на самом деле, в том регионе, в Липецкой области, где мы сейчас работаем. Компания существует уже 90 лет. И мы являемся славными продолжателями вот тех старых русских традиций, и в том числе и внедряем новые инновации в наш непростой бизнес. Алексей, расскажите, компания существует так давно на рынке, наверное, есть какие-то показатели, которыми вы особо гордитесь? Ну, на самом деле мы являемся лидером отрасли в части инноваций, несмотря на то, что нам так много лет, и, пожалуй, мы единственные, у кого в продуктовом портфеле присутствует такая большая линейка сортов. У нас больше 40 сортов, в которых входят и классические традиционные отечественные сорта «Антоновка Богатырь», и передовые европейские клубные сорта, ну и эксклюзивный сорт «Космик Рис», эксклюзивное право на которое имеет только компания «Агроном Сад». Сегодня на выставке вы получили награды. Расскажите, в каких номинациях победила ваша компания? Мы сегодня получили гран-при. Гран-при в номинации импортозамещения. И это очень почетно для нас, очень здорово. А скажите, в ближайшее время, либо конкретно для выставки, готовили расширение линейки какой-то? Это непрерывный процесс, на самом деле, в организации. У нас глобальные планы, которые уже реализуются по увеличению доли производства, и по внедрению или выводу новых сортов на рынок. Ну и, конечно, мы сейчас первые и единственные, кто предоставляет такой широкий выбор упаковочных решений для любых клиентов, для любых ситуаций. Ну и опять же, мы первые и, пожалуй, сейчас единственные производители органического яблока в Российской Федерации, прошу прощения. Это тоже очень важно, почетно и высокое достижение, которым мы отдельно гордимся. Ну и выставка у нас продолжается, World Food еще несколько дней будет греметь на всю Москву. Есть ли какие-то у вас определенные договоренности, возможно, успешные кейсы работы с ближайшими нашими там поставщиками? Замечательное мероприятие. Хотелось бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо организаторам, потому что действительно максимальная бизнес-эффективность. У нас за эти там неполных 3 дня огромное количество встреч состоялось и огромное количество новых контактов появилось. И это очень интересно. Причем контакты не только внутри России, но и международного масштаба. То есть да, это очень здорово и интересно. И перспективы очень хорошие. Спасибо большое, Алексей. Тогда желаем вам успеха и продвижения компании дальше. Спасибо большое вам. Всего хорошего.